Саша Шумилин, ты спас нам концерт сейчас. Спасибо тебе огромное. А кто так вот стелит пол в кулисах, скажите? А я как-то так получилось, что после одного концерта... возник фингал. Между прочим, такая профессиональная травма. Вы просто не подозреваете, насколько травматичен вот этот инструмент. И я помню, что были съемки как раз, и мне нужно было как можно скорее все спеть, чтобы он не открылся просто, пока не созрел. Вот я думаю, что сейчас, после вот этого падения, которое со мной, мне Макаров случилось падение, я сейчас упала так, ты себе не представляешь. Капец, кто так сидит? Как пойду с вами обруг рука, ниточка тонка. Как пойду наши души облака. Одейте вас, любовь.